Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем об особенностях породы бурманская кошка. Бурма – игривая кошка, любящая что-нибудь вытворять для своего и вашего развлечения. Если ее проделки остаются незамеченными или игнорируются, она придумывает другое занятие для того, чтобы полностью завладеть пристальным вниманием своего хозяина. Бурмы во многом отличаются от других представителей кошачьих. Несмотря на то, что бурманская кошка среднего размера, когда вы ее берете на руки, ее вес ощущается значительно тяжелее, чем кажется. Это небольшая коренастая кошка, у которой хорошо развитая мускулатура и крепкий скелет. Изящество животного совсем не вяжется с его внушительной массой. Именно поэтому кошек называют кирпичами в шелковом одеянии. Для представителей бурманской породы характерна тонкая и короткая шерсть. Она плотно прилегает к корпусу животного и практически не имеет подшерстка. Представители бурманской породы совершенно неприхотливы в уходе. Короткая шерсть нуждается лишь в вычесывании раз в неделю. Кстати, шерсть представителей породы считается гипоаллергенной. Однако нужно быть уверенным, что ваша аллергия именно на шерсть. Попробуйте пообщаться с бурманскими кошками, прежде чем заводить себе такого котенка. Интересной особенностью бурм является их разное отношение к хозяину в зависимости от пола. Коты склонны любить всех членов семьи одинаково, в то время как кошка с радостью бежит на руки и ластится только к своему фавориту. Это бросается в глаза при наличии двух разнополых особей в доме. Не рекомендуется кормить животное одним и тем же. Бурманские кошки могут быть очень переборчивыми, и возможно, что спустя месяц они даже не подойдут к миске, наполненной прежде горячо любимым кормом. Также разбавляйте рацион животного твердой пищей, и это предотвратит образование зубного камня. Бурма – не идеальный выбор для тех, кто хочет застенчивую, спокойную кошку, которая сама себе на уме. Бурма – кошка, полностью ориентированная на людей, которая выстраивает прочные взаимоотношения с теми, кто ее любит. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.